Ударный крейсер «Возмездие». Это библиарии. Они ведут там раскопки. Зачем, непонятно. Эльдары развернули мощную оборону, чтобы мы не смогли это выяснить. Боюсь, без подкрепления мы долго не продержимся. Воины! В атаку! Скорее! Захватите тот маяк! Боевой машины. Мы как раз обнаружили большую постройку ксеносов на востоке, и тут они напали. Это перекресток путей, без сомнения. Через него они смогут вторгнуться, когда им вздумается. Надо его уничтожить. Идите. Я буду держать оборону рядом с останками нашего брата. Орден не потеряет генное семя Эндимиона. Конечно.
Я в вашем распоряжении, командор. Какие будут атака с воздуха? Вперед в рукопашную! Прижаты к земле! Готово! Пошли дальше! Поддействие, давайте! Во имя императора. Что-то наподобие призрачного лорда.
щита под контроль. Займите позиции противника. Психическая энергия нарастает! Скорее! Отрежьте им дорогу к перекрестку! Вы опоздали! Древние души нашли себе новое обиталище! Восстаньте, призрачные стражи! Уничтожьте людей! Призрачные стражи. Они медлительны. Должно быть, им нужна поддержка Варлока. Граната! Штурмовые десантники докладывают. Перемещаемся. Ты
Кажется, теперь их еще больше. На этот раз они с Варлоком. Убейте его, чтобы ослабить призрачных стражей. Эльдары вернулись в сектор в самый неподходящий момент, командор. Как вы и подозревали, ополчение дома Ванди, что подстерегало вас на Серебряном леднике, не было одиночной группой мятежников. Против имперской власти на Меридиане восстали новые мятежники Ванди. Вы отправитесь туда на возмездие и окажете поддержку. Губернатор Де Роза посвятит вас в подробности по прибытии. А что с планетой Аврелия, капитан Ангелос? Иона, переназначаю вас в ударный отряд командора. Вы все вернетесь на Аврелию, когда стабилизируется ситуация на Меридиане. Ангелос, конец связи. Спасибо, что вмешались, командор. Император явно благоволит вам и вашим боевым братьям. Рад сражаться плечом к плечу с героями Тифона.
Как этим мятежникам удалось сымитировать сигнал бедствия кровавых воронов? Коды и ритуалы по использованию ретрансляторов — один из наших самых оберегаемых секретов. Нашему ордену есть что скрывать, помимо ритуалов связи. Может быть, но кто-то все-таки узнал достаточно, чтобы заманить нас в ловушку. Thank you.
Командор, здесь губернатор Дероза. Повстанцы, союзничающие с домом Ванди, начали кампанию саботажа на Меридиане. Наша инфраструктура до сих пор сильно повреждена после атак Эльдаров и Тиранидов. Повстанцы Ванди знали, куда нанести удар. Что еще хуже, налеты орков-мародеров стали настоящим бедствием. Нам пригодится любая ваша помощь, командор.